Девушка, что, как? Хорошая штука? Нормально, да? Даже поспать можно, фильм посмотреть, да? Всем советую идти. Надо тоже, значит, идти. Спасибо. Клево, спасибо. Получается, первую капсулу, видишь, первый этаж и второй. Видишь, по лесенке поднимаешься? Юля прям в 13-й пошла, смотри. Вот такие, друзья, здесь капсулы у нас. В принципе, четко. 3 часа стоит 1200 рублей. На 3 часа. Вон, девушка только что вылезла. Довольная, отзывы хорошие. Сейчас, друзья, пойдем, получается. Взяли по часу. Посмотрим, в капсулу сходим. Задержка рейса у нас большая, поэтому немножечко отдохнем. Вот они, наши капсулы здесь. Ну, в принципе, места тут предостаточно. Нет, смотри, места-то тут много. Тут места вообще хорошо прям. Вентиляция, зарядки, вон и розетки, смотри. Телевизор, все, в принципе, есть. Синяя справа круглая, open door. Убираем обувь и забираете с собой. Хорошего отдыха. Спасибо большое. Вот так, друзья, здесь в капсуле можно отдыхать. Чем мы тут имеем, да? Освещение для чтения. Как тут? А, во. А, сенсор. У нас тут сенсорное управление полностью, да? Освещение. Ага. Левая лампочка. И правая. Пульт. Это, думаю, тут, наверное, телевизор у нас должен управляться, да? Да. Все, в принципе, есть у нас тут. Наушники. Чтобы, наверное, не отвлекаться от посторонних тем, так сказать. Ну, здесь что мы имеем? Розетка, здесь 20 вольт на подзарядку, да. Здесь тоже у нас сенсорное управление, подсветка зеркала. Выключил, включил, в принципе, тоже удобно. Открытие двери. Открыл дверь, вышел, закрыл, вышел. Тут у нас регулировка вентиляции идет, в принципе. Тут выключили, включили. Да, вот у нас тут все. Вот хорошо, да. Температуру показывает, 30 градусов у нас. Наушники. Тут у нас освещение. Светодиодные подсветочки, да. Тоже хорошо, все работает. Зеркальце подсвечивает. Ну, в принципе, все, друзья, тут хорошо у нас. Все замечательно. Тут, я не знаю, тут, наверное, у нас вызов. Вызов, ну, может быть, работника. Даже вон беруши есть. Тоже хорошо. Только единственное, здесь, конечно, сумками не очень удобно, потому что вот вещи тут, конечно, некуда ставить. А так вот, вот я лег полностью, да. Считай, 1,75 м у меня. Вот какое широкое пространство, друзья. Видите, как, в принципе, здесь двухметровый человек реально поместится. Единственное, друзья, конечно, здесь, я считаю, минус то, что звук от медиа не производится без наушников. То есть получается всегда через наушники, и когда ты, допустим, слушаешь, да, там музыку или фильмы смотришь, просто может тебя убаюкать, укачать, ты можешь уснуть и просто пропустить, опоздать на свой рейс, выход на посадку. Вот это я считаю, конечно, не очень, ну, нормальным. Поэтому вот могли бы, конечно, сделать колоночки там и, по крайней мере, дать право выбора смотреть медиа либо через наушники, либо воспроизводить через колонки их.